И всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, канал Unreal Lagoon, и наконец-то, можно сказать, пришло у нас лето, и возможно теперь я буду реже делать записи, потому что начался дачный сезон и все такое, но я буду стараться все-таки выкладываться по максимуму. Итак, у нас Two World, мы прошли, помню, такую неплохую цепочку квестов. Давайте посмотрим, что у нас теперь на очереди, потому что я уже не помню, что у нас там так. Хатмандор. Нужно вернуться к Ризе, полагаю, Мазон уже принес чертежи. Мне нужно... Все, понял. Мне нужно куда-то пробраться. В храм, по-моему. Так. Осведомитель Валарина. Личность Миража. Ага, личность Миража. Пока у нас этот квест буксует. Так, что у нас с гильдией торговцев? Честно говоря, не хочу выполнять задания гильдии торговцев, они какие-то голые. В тоннелях братства я нашел какой-то странный скелет. Кажется, он как-то связан с деревянным сундуком, запертым при помощи заклинания. Угу. Так, фамильные драгоценности. Гильдия воров. Контракт с доски объявления в Хатмандоре. Необходимо найти 5 частей фамильной драгоценности, украдены какими-то сектантами. Первый дом отмечен на карте. Угу. Альсорна, кстати, лучник. Натар поведал мне историю о луке, который он потерял после битвы при Освороте. Теперь у него появились сведения о том, что лук находится у человека из Нового Ашоса. Пьяниц по имени Ярик. Так, давайте посмотрим, где это у нас находится. Слезомлель. А мне нужен усыпальница первосвященника. Что там за дверью? А что там у нас за дверью? А, это квест этих. Ну вы поняли, кого? Орков. Так, с луком, видимо, пока нам придется обождать. Лук нам пока не интересен. До него, потому что мы не доберемся. Так, рунный камень, что там за дверью? Можно, в принципе, выполнить вот этот квест, что там за дверью, потому что давно я хочу его выполнить. Ну, собственно, погнали. Так. А, собственно, зачем мне искать портал, если я могу сделать это на быструю клавишу? Так, сюда, да? Надеюсь, там есть конь. И, кстати, да, я после предыдущей записи, по-моему, это уже не попало, вроде как, насколько я помню. Приодел персонажа, то есть одел ему, наконец-то, шапчонку получше. Посмотрим, как он себя будет чувствовать в ней. Так, сюда куда-то, да? Давай, скачи быстрее. Вот, и что я хочу сказать. Я вот эту большую локацию, вот этот большой остров, немножко так сам поездил, осмотрел, нашел пару интересных мест. Вот, ну чтобы, скажем так, все самое интересное попало на видос, я эти места обошел стороной. То есть я оставил это нетронутым. Надо будет туда сгонять и посмотреть. По крайней мере, там есть одни интересные... Одни интересные катакомбы и, по-моему, база варнов. Что тут у нас? Так, ну квест... Дверь открыта, ага. Квест уже начинается интересно. На нас сразу напали. Так, тут вообще такая локация... Какой-то бывший форт. Так, вражина. Где-то рядышком совсем. А, вон он. А, я убрал оружие. Вообще, если тут много некрисов, может быть, имеет смысл с
сражаться с ними чем-то дробящим. О, так, смогу его взломать, нет? 8, раз, два, три, четыре, и нужно как-то тот задеть. Раз, два, три, а все, не успел. Нет. Кстати, а в этот раз он дольше как-то ломался, да? Давайте пока не будем трогать эту ловушку. Вот этот я смогу взломать? Да, блин. Какой смысл качать взлом, если колец не убавляется? Мне, видимо, нужно, не знаю, закупиться там отмычками лет на 100 вперед. Чтобы я мог ломать вот эти замки. Вот в Скайриме, например, насколько я помню, там одной отмычкой можно было открыть почти все двери, если ты так это уже наловчился, более-менее. Ну, умри ты. Ляг, отдохни. Угу. Ничего интересного или полезного. Тут мы вошли. Здесь вроде тоже ничего. Вот это что такое? Мертвый рыцарь. Сейчас ты будешь еще мертвее. Отлично. Можно что-то с глобусом? Нет, нельзя. Ладно, погнали дальше. Что-то здесь какие-то мертвые рыцари слабые очень. Ложатся очень быстро. Ага, там уже у нас мумии. Блин, вот за этой тупой ручкой вообще ничего не видно. Кто это придумал? И есть. Что тут у нас? Так, что-то непонятное, но... Ну, похоже, весьма полезное. Да идите вы. А, я его повалил. А, нет, не повалил. Здорово. Так, монстряки, откуда я... А, вот отсюда я к вам пришел. Полезного ничего. Может, хотя бы здесь будет поменьше. Нет, тут такая же фигня. Так. И есть. Да, все-таки, похоже, прибавились мне... Прибавилось количество моих фейлов. То есть теперь я могу спокойно взламывать все это дело. А что такое? Накидка. Я ее одеть могу, наверное, да? С этим предметом нельзя использовать лук, прикрепляется только к магическим мантиям. А, ну я же не маг. Так, что там впереди? Или я сейчас
Только что кругаль сделал. Нет? Да вроде нет. Так, раз, два, три. Да блин, ошибся. Причем очень капитально так ошибся. Да, да ёлки-палки. Все, идите в задницу. Как же меня достали эти... Фу, я не могу прямо эти вот круги меня просто бесит. Так, а и чё? Не, стоп, назад. Интересно, куда я выйду? Здесь я... А, нет, сюда я не ходил. Скучали? Оу, ты тут не один. Ты ублюдок. Так, догнать. Он не должен уйти. Надо этих гадов парировать нафиг, когда они атакуют. Намного проще становится с ними бодаться. И добивашка, есть. О, по звуку, кажется, отмычку нашел только что. Так, деревянный ящик, посмотрим. Блин, ну какой человек придумал вот эту ручку большую, просто издевательство. Черт! Черт! Промазал! Один промазал! Не могу, все. Все, не могу больше. Как же бесит. Я понимаю, что я рукожоп, но извините меня, зачем я качаю этот взлом тупой? Я думал, кольца будут убираться. Так. Ладно, пойдемте туда. Так, еще один ящик. Ну, ради прикола посмотрим, сколько. Да нет, все. Даже не буду пытаться. 6-7 колец. Похоже, создатели игры, когда создавали свои ящики, пересматривали Властелин колец. Не иначе. Да иди ты. Добивашка с опозданием, но все-таки добила его. Так, тут есть... А, это тупой ящик. И все, тут нифига нет. Вот какой-то ящик. Похоже, он нам и нужен. А вот и нет. Окей, а встает вопрос тогда. То есть мы должны все вот эти ящики взломать? Что это был за звук сейчас? А, это нормально, это музыка. Так, ну куда теперь-то? Здесь я был.
Тут секретов никаких нету. Так, сундук. Здесь я тоже был. Угу, да, тут я был. Так, значит, остается у нас только вот этот туннель. Еще раз проверить. А, ну да. Ну давай, еще побей меня. Так, терпеливый учитель. Ловушка, отмычка. А, еще некрисы. Там какая-то большая пещера. Не пещера, а как это назвать? Помещение. Двухэтажное вроде даже. Ну давай. Так, а некрисов тут, кстати, много. Я смотрю, там еще трое, как минимум. Посмотрим. Если бы еще каждый скелет содержал... А я ведь нас предупреждал. Ух ты. Если бы еще у каждого скелета была отмычка, было бы супер, конечно. Почему не срабатывает то? О, отлично. Красиво было. Так, а куда теперь? Налево или направо? Или вообще наверх? Давайте поверху прогуляемся, тем более здесь вроде как одна всего комната. И, наверное, возьму какие-нибудь дубинки себе, ну потому что они мне надоели. Так, где у меня? Вот, плюс 7, да? Так, 25. Утренняя звезда. Роскошная. Нормально так, это стою в бою, разбираю всякую фигню. Жало скорпиона. Верховные посохи. Ну, кстати, может их продать можно будет потом. А это что такое? Мощный боевой молот. Одноручная. Дробящее у него неплохое, я скажу. Даже очень неплохое. Жалко, вот это не могу одеть. 26 уровень нужен. Сколько мне там на него? А, я только 24. Можно тогда молот и утреннюю звезду. Ну и пока там идет бой, мы можем еще преобразовать наше оружие. Давай. Так, все, да, улучшили. Теперь вот это. Все.
Все, да. Так, алебарды точно мне не нужны, их нафиг. Сокрушитель небес, двуручная. Красивый, зараза. Жалко, я не нашел двуручки. Так, ну сейчас вот этим дробящим я должен просто накидывать такой дамаг. Просто, не знаю, все некрисы должны дохнуть с первого удара. Острый, острый. Острый. Они все одинаковые, что ли? А вот не все одинаковые. Вот, у меня есть уже два улучшенных, поэтому давайте мы вот так сделаем. И боевой кинжал, наверное, потом на гладиус поменяем. Ой, не-не-не-не. Так, щиты тоже не нужны. О, шапчонку нашел. Круто. И какие-то ботиночки всякие. Ну и потом с этим разберемся. Давайте сначала дробящее себе качнем. Нифига себе, я ее сейчас улучшил. Так, а я могу что-то еще такое разобрать, чтобы улучшить? Клинок палача. Вообще он одна ручка, надо ставить. Сокрушитель небес можно, в принципе, разобрать. Так, дерево получу. Нет, мне дерево не нужно. Придется, короче, разрушитель небес, и тогда я смогу прокачать утреннюю звезду. Вот, все. Нифига себе. Считай два удара утренней звезды, и их нет. Ого. Мощь. Так. Окей. Тогда мы... Тут девятый аж уровень, а тут шестой. Как вот это преобразовать? Что для него нужно? Железяк для него нужен, что-то 12 штук. Это как-то многовато. У меня всего одно. С одного меча падает одно железо. То есть мне нужно еще как минимум 10 мечей раздобыть. Не, ну круто, утренняя звезда прям это... Мощь. Как она их... Ага, тут... Водичка. Драться будет сложнее гораздо. Во, видали? Просто, считай, один удар почти, он труп. Мне бы еще такую утреннюю звезду найти одну. Она качается дешевле, а дамаг у нее, я так понял, больше все-таки. Ну-ка. Не упала с них случайно еще одной такой? Нет, к сожалению.
топоры хорошо разбирать, у них много железа внутри. Блин, только 6. Ну да, вот смотрите, утренняя звезда на 25 уровень, плюс 9, у нее 326. Это почти что... почти что в два раза больше, чем у боевого молота. То есть даже если я качну молот на один уровень, да? Да даже еще на 3 уровня, то вряд ли он как-то это... будет хотя бы близко по характеристикам. Я, наверное, тут реально могу только с одной вот этой ходить звездой и в одной руке держать факел. Тут нет. Каких-нибудь нормальных сундуков нет. Я вообще не понял, я квест выполнил, в чем он заключался? Я должен что-то тут найти? В этих сундуках, или что я должен сделать был? Я исследовал всю пещеру, я тут всех поубивал. Нет, тут ничего взять нельзя. И я обошел все. Ну, единственное у меня тогда предположение, это пойти сейчас закупиться отмычками. И через боль и страдания попытаться открыть все имеющиеся тут сундуки. Кстати. Ну, я, наверное, все осмотрел, да? Всю пещеру. Ну, судя по всему, да. Нет, это я вернулся. Тогда мне получается сюда? Так, да, вот выход. Ну, не знаю, я нашел все. Давайте посмотрим на всякий случай. Альсорна. А, все, задание выполнилось. Просто ключ нашел, типа открыл и лутайся. Ясно, ну ладно, это было познавательно. Давайте... ну, сядь ты. Можно попробовать сейчас действительно купить отмычек. Или же не стоит забивать себе голову. У нас эта пещера как-то помечена. Вот в подземелье. Ну, в принципе, я запомнил это подземелье. Я еще помню, что где-то вот здесь. Где-то вот здесь. То ли вот тут подземелье. То ли вот тут подземелье. А, вот заброшенный подвал. Короче, где-то здесь было какое-то подземелье. Или, может, а вот здесь оно. Блин, не помню. Вот, тайник варнов. Вот здесь я точно не был. Хотел сюда, как сказать, съездить, показать. Есть какая-то там пещера, которая она у меня не обозначилась. Я вот теперь не помню, где она. Надо было сфоткать, наверное. Так, хорошо. Куда мы сейчас можем отправиться? Тратить время, скажем так, записи на то, чтобы открывать вот эти сундуки, и то, что я буду орать, что эти чертовы сундуки опять надоели. Нет, я, наверное, на это не буду тратить время. Я, наверное, все-таки
повыполняю какие-нибудь прикольные квесты. А потом уже где-нибудь за кадром я эти сундуки все вскрою и просто вам потом покажу, что я там нашел. Так. Хорошо. Одно квесто мы выполнили. Теперь нужно... Как-то... Uno... Quattro... Нет, Quattro это 4. Неважно. Не знаю, я испанский. Или итальянский. Наверное, итальянский. Короче, не тот и тот язык я не знаю. Так, рунные камни. Капитан. Наконец-то я узнал, где искать капитана. По всей видимости, он единственный, кто знает, как попасть в башню клыков. Его можно найти в лагере, разбитом возле небольшой деревни в километре от юга Хатмандора. Чё, давайте к капитану сгоняем. Только надо посмотреть, где это. Усыпальница первосвященника. Кстати, можно туда тоже сгонять. Слезы. Фамильные драгоценности. Капитан. А. Захдан. Короче, мне могу, в принципе, даже квеста 2 сразу выполнить. Мне нужно в южные врата. Портал. Вот так вот лучше поставить. Все. О, какая-то вражинка. Кто это? А, гепард. Неинтересно. Как-то я здесь гулял и не нашел алтарь Мелиэля. Не может такого быть. Кто тут у нас? Мертвый варн, которого не облутал. Может быть, здесь будет ящик нормальный? Ну, три отмычки. В теории, конечно, может получиться его взломать. Есть. Ух ты. Замыкающий камень. Варварская секира. Тут секиру мы можем разобрать сразу. Так. Да, все, типа вы не можете. А тут нужно еще два железа. Так, все, пока больше особо разбирать нечего, ну кроме посохов, наверное. Но я их пока разбирать не буду. Еще ящик? Как я здесь? А, у меня, может, не было с собой отмычек, поэтому я все тут провафлил. Так, там два. Где еще один-то не вижу? Блин. А, почти, зараза. Сейчас опять сделаю ту же ошибку. Да елки-палки. Все. Да. Ладно, наигрались, хватит. Мне нужно попасть... А я ведь вас предупреждал. По квесту. Интересно, а сколько у меня денег? 32 тысячи. Наверное, на отмычки должно хватить.
Смотрите, как с горки побежал. Физика. Так. Ты что ли капитан? Да, ты капитан. Стой, где стоишь? Говори, зачем пришел? Ну, я наемник, раз уж ты спросил. А ты чем тут занимаешься? Что тебе нужно? Давайте будем сразу. Я пришел встретиться честными. С капитаном. Все так говорят. Поверь, когда он узнает, зачем я пришел, он наверняка обрадуется. Что ж, на имперца ты не похож. И, кажется, ничего дурного не замышляешь. Капитан в своей палатке. Это было просто. Так, а палатка капитана вот эта, да? Но я пока туда не пойду. Во-первых, я хочу попробовать найти здесь портал, а во-вторых, надо выполнить квест с драгоценностями фамильными. И кажется, это где-то... Блин, где-то здесь. Вот в этот дом, да? Ух ты, ядрить. Ух ты. Сколько с него кровища аж падает. Слушайте, сколько их тут? Вы что, офигели, что ли? Здорово. Фига себе, я ему башню проломил. Да, опять какие-то замки. Но хотя бы в этот раз не сильные. Не тяжелые. Может быть, даже все одной отмычкой открою. О, еще отмычка. Да вы меня балуете. А, я все взял, да. Промазал. Бывает. Еще отмычка. Халявные отмычки. Это я люблю. О, а тут уже что-то серьезное. Не, пока не буду. Давайте пока простые взламывать. Тоже сложный. Вы издеваетесь, что ли? А вот и фамильная, видимо, драгоценность. Разбитый кристалл. Да, вот, отправить во второй дом, чтобы найти, ну, понятно. О, вот это можно, кстати, взломать, попробовать. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, промазал. Ну, твою же налево, ну вот... Там либо ворочаешь камеру, как просто идиот, либо... Либо сохраниться, загрузиться. По-другому вообще никак, по-моему, нельзя взломать эти замки. Да еб... Японский бог, встань ты. И сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Нет, наверное, не смогу. И здесь тоже шесть, да вы издеваетесь? А тут я, по-моему, смотрел, да?
Ну ладно, три отмычки есть. Фу, успел. Кристалл и это. Ну, могли бы сделать и покруче какую-нибудь. Так. О! Рубака 270. Хорош, у меня уровня не хватает. Наверное, пока я его оставлю. Да, это хорошая такая булава. Оставим ее. Ну что, попробуем другие взломать замки. Идиот, блин. Давай, давай, давай. Есть. Посмотрим. Острый Рикаса, двуручная. Так, бомба, эликсир. Штаны наемником. Ну ладно, хоть что-то. Так, теперь вот это. Так, это мы открываем здесь, здесь, здесь сразу две. Ну вот он не успел взять вторую и... Ёлки-палки. Вот засада. Почему он не успел одну-то подобрать сразу? Так, отмычка. Мантия чародея некроманта. Боевые сапоги. Клинок палача. Необработанный пруд. Вообще хрень какая-то. Да, не балуют нас, не балуют. Давайте, наверное, сохранимся, что-то я это стал опасаться. Я слишком много открыл ящиков, чтобы потерять это сохранение. Так, какие еще ящики можно взломать? Вот эти три, да? Интересно, смогу я сразу зацепить? Или он как дурак не сможет? Раз. Да блин, идиот! О, все, капец. Блин, одну потерял. А, на автомате нажал. А, да чтоб тебя. Есть. О, очко навыка, отлично. Сейчас мы взлом прокачаем. Боевой шлем, свистящий ятаган, молот правосудия. Да, мне вот писали в комментариях, что типа взламывая замки, ты находишь много прикольных вещей, и действительно. То есть, неважно, за кого ты играешь, все равно нужно качать взлом. Так, что я хотел? Мне нужно очко навыка распределить. И мне нужно прокачать взлом. Так, следующий уровень. 8 секунд. Время для взлома замка увеличивается на 7 секунд. А, то есть по времени, что ли? Я только сейчас обратил внимание, что, оказывается, взлом-то по времени.
Ну окей. Промахнулся. Блин. Иногда тороплюсь, промахиваюсь. Есть. Интересно, сколько раз уже за эту серию я сказал «да, блин», из-за этих замков несчастных. Так, последний. Ну что, сможем, не сможем, как думаете? Я надеюсь, что смогем. Раз, два. Ай ты, ёлки-палки. Проклятие. Но ты идиот, блин. Ну все. Ну и пошли отсюда. Ты не торговец? Нет, ты похож на музыканта. О, портал найден. Не стану спрашивать, как ты сюда попал. Лучше объясни, с какой целью. Я собираюсь проникнуть в башню клыков. Слыхала такой? Все это небылицы. Я разрешаю рассказывать их, потому что они вселяют надежду. Мне говорили, что мясник из тебя куда лучше, чем лжец. Может быть. Но позволь спросить, зачем мне что-либо рассказывать? Болтовня помогает разве что быстрее добежать до собственной могилы. Что у тебя на уме? Собираешься напасть на Вахмар в одиночку? Задушить тирана голыми руками? Скажи, чем ты отличаешься от всех остальных? Один раз я с ним уже справился. Ты... Безумец! Я тебе почти поверил. Я тебе вот что скажу. Несколько дней назад я послал людей в расположенные поблизости пещеры. И они до сих пор не вернулись. Докажи, что можешь поспеть за собственным языком и попробуй отыскать их. Тогда и посмотрим, кто из нас расскажет самую интересную историю. Я найду их. Они ушли к пещере Горлога, на север отсюда. Когда... Вернее, если найдешь их, скажи, чтоб возвращались в лагерь. Почему она называется пещерой Горлога? Ну, если бы мне предложили угадать, то я бы сказал, что из-за Горлога. Кто такой Горлог? Его не существует. Это страшная сказка, которой пугают детей, чтобы те держались подальше от пещер. Лучше лечить разбитые коленки, чем искать лекарство от красной смерти. Это необычная пещера. Имперцы обнаружили там большие залежи вериты. Как это ни смешно, но не побоялись туда спускаться. Из-за Горлога? Горлогом звали мага, что жил когда-то в здешних краях. Он прославился, экспериментируя с целебными омолаживающими эликсирами. Однажды он просто исчез. Люди к тому времени уже рассказывали не ведь что о действии его эликсиров. А когда они заинтересовались пещерами, Горлог превратился в чудище из детских страшилок. Что в пещере? Верита! Что же еще? А зачем тебе верита? Чтобы получить росу. Это единственное, что может избавить от красной смерти. Помогает очистить от нее легкие. Почти все запасы принадлежат Гандахару, но из-за Горлога... Если Горлог всего лишь сказка, что же произошло с твоими людьми? Хотел бы я знать. Вчера я отправил за ними небольшой поисковый отряд. И опять ни слуху, ни духу. У меня тут теперь не так много народу, как прежде. Я не могу больше никого потерять. Но если Гандахар тебя ни чуточки не пугает, то его солдаты или Горлог.
Тогда прощай. Так, Горланд, да? Слушай, а можно у него что-нибудь тут украсть? Что тут у нас? Письмо Фалу. А могу я это взять? Могу. Ему все равно. Так, и что мы за письмо взяли? Ну-ка, секунду. Так, удар с разворота, он новый у нас открылся. Ударчик. Такс. Где? Здесь нет. Дорогой Фал, я собирался серьезно поговорить с тобой сразу после того, после нашего путешествия, но мне не хватило духу. Тогда ты казался таким счастливым, теперь я понимаю, что никогда не решился бы сказать тебе это тет-а-тет. У меня есть другой. Стоп. Дорогой Фал. Теперь я понимаю, что никогда не решился бы сказать тебе, у меня есть другой. Вау. Не вини себя, Фал, дело вовсе не в тебе. Ты отличный парень, и я не сомневаюсь, что ты обязательно встретишь мужчину своей мечты. Я, может, это не читать вообще. Прошу, попытайся меня понять. Я бы не смог жить, скрывая наши отношения. Проводя целыми днями в ожидании того, что ты придумаешь повод на день или два оставить лагерь. Я хочу встретить человека, с которым мы будем встречаться у всех на виду, когда захотим. Вместе гулять, держаться за руки, засыпать его в объятия. Ну, короче, понятно. Мне важны все эти мелочи. Я искренне желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Будь счастлив, твой друг. И... Какой у нас тут это? А капитан у нас Фаллы или мистер И? Даже интересно. Так, ну я думаю, выполним квестик. Вот этот последний. И я думаю, на этом закончим. Тут нет продавца, случайно? Нет, да? Тогда мы отправимся в Хатмандор. Ой, Чезнодар, вернее. И там купим у кого-нибудь отмычки. Ой. Так, кто может продать мне отмычку? У тебя есть отмычки? У тебя их нет. О! Пинта пива, господи. Чувак, где ты был всю мою жизнь? Так, торгаши, где вы, блин? Ой. Так, вот, торгаш, лавочник. Смотри, сколько угодно, господин. Так, нет, мне не нужны твои товары. Так, а ты что продаешь? Лавочник. Нет. Мне нужен такой, который стоит, типа, знаете, как этот, как нелегал такой. А, вот он. Нелегал. Горожанин. Вот, отмычки, так. 12. А как все купить? На Alt, на Ctrl, на Shift. Нет. А в отместку мы ему, наверное, продадим все наши накопившиеся ловушки. Все, да? Ну, и не сильно мы как-то обанкротились после такой сделки. Прошу прощения. Так, продавец еду. А, во, еще один такой же. Давай у тебя тоже купим. Угу.
угодно, господин. Так, нет, спасибо. Где-нибудь еще есть такой же? Чувачок из-под полы продающий. Ага, это оружейник. Их бы хоть как-нибудь пометили. У этого я уже был. Отвалите. Хотя нет, надо как-то поаккуратнее, потому что у меня уже сильно красный меч. Могут разозлиться местные. Так, а где у нас находится вот эта пещера с этим монстром? Вот, проклятие Гарлага. Мне нужны южные врата, опять же. А чё я бегаю сам по себе вот так? У меня же есть волшебный камень. Как правильно идти к Гарлагу? Надо в бок уходить. Угу. Побежали. Я тут никого не лутал. Ух ты! Отлично. Хорошо, что монстры сохраняются необлутанные. Несчесть алмазов в каменных пещерах. Жалко, что Гарлаг на самом деле это какой-то там маг. Было бы круче, если бы это был какой-нибудь монстряка. Но, как говорится, имеем, что имеем. Вау, пещерка-то. Хороша. Че, мы сразу до босса, что ли, дойдем? Вообще никого не встретим по пути. Смотрите-ка, тут прямо этот форт кто-то построил под землей. 25 отмычек, но посмотрим. Насколько это сильно поменяет дело. Взять нечего. О! А что я сейчас открыл? Или закрыл? Непонятно. Но пофиг. Дневник, книга некромантии. То есть дневник Гарлага мы нашли, похоже. Давайте удостоверимся, что это действительно он. Книга разорвана, однако некоторые страницы написаны еще можно разобрать. Похоже, это дневник кого-то, кто жил в этой пещере. Так, больше не могу там оставаться. Надо было уйти, надо. Чтобы... Он сделал со мной, если бы поймал. Даже представлять не хочу. Только что теперь? Мне некуда идти. Нашел пещеру, похоже, сюда никто не заходил. И не заходит. Спрячусь, пожалуй, здесь, пока не придумаю, что делать дальше.
или что-нибудь получше. До меня только сейчас дошло, я убил ее, на самом деле убил. Как это могло произойти? Как можно было допустить такую глупость? Я уверен, что правильно выбрал ингредиенты. Правильно ли? Лейла, бедная Лейла, я заслужил то, что сделал со мной Скифа. Заслужил каждый день этой пытки. Я заслужил кару и принимаю ее с радостью. Так, сегодня на меня напало полчища огромных муравьев. Меня так покалечили, что я несколько часов полз обратно в пещеру. Надо соорудить баррикады. Я перегородил вход в пещеру огромным камнем, связал его с заклинанием, с рычагом. Ага, так. Мы где-то камень убрали. Вечер. С моей кожей створится что-то ужасное. Волосы вылезают клочьями. Муравьи пытаются до меня добраться. Скребут камень снаружи. Не могу больше выносить этот звук. Ой, большой. Много боли, мало радости. Гаарлану грустно. Короче, чувак сошел с ума, похоже. И, видимо, стал бессмертным. Ага. А, ты Гарлан? Назови себя. Да ладно. Так, блин, даже не знаю, что с ним поговорить. Ты цел? Давайте пошутим над ним. Так, у неба, значит, история не вымысел. Гарлан? Ты цел? Что с тобой стряслось? Я? Как тебя зовут? Как? Как же? Гор? Горлок? Но ведь это просто сказка, миф. Ну, мне об этом не говорили. Горлок, так меня зовут. А, Горлок, я его Гарлан называю. Так, не будем говорить, что он выдумка, иначе обидится. Я ищу солдат, которые хотели найти вход в эти пещеры. Они напали на нас. Никто не уцелел, кроме мальчика. Он жив, но я не могу позволить забрать его. Не могу позволить тебе уйти. Он придет со мной. Кто? Датан! Датан! Уверен, он уже давно прекратил поиски. Ты ведь пропал уже давно. Я хотел исцелить ее. Кого? Лайлу. Он любил ее. Она была больна. Она... А он пришел ко мне. И когда я попытался, она... Она умерла. Я убил. И попытался убить еще раз, но я по-прежнему здесь. Это погубило Лайлу. Почему же я? Ты сам обрек себя на это. Я снова потерпел неудачу. Я не могу позволить тебе держать в плену всех, кто приходит в пещеру. Ты мог бы для меня кое-что сделать, кое-что мне принести. Кое-что принести? Камень. Его украли у меня до того... до всего этого. Воровка по имени Скифа. А я был слишком увлечен своей работой, чтобы вернуть его. Ты думаешь, камень до сих пор у нее? Скифа никогда бы его не продала. Где мне найти ее? Если только ее не поймали. Ее убежище Акведук под Хатмандором. Что еще мне нужно знать? Скифа необычная воровка. Те, кто обладает магическими способностями, знают особые приемы. Воруют сны, воспоминания, даже чувства. Будь осторожен.
Я вернусь с камнем. Так, Гарлак, слушай, а можно посмотреть на пленника живого? Ага, выход, отлично. Хочу увидеть пленника. Угу, закрыто. Но вроде там кто-то есть. Ладно, поверим этому полусгнившему трупу. Стоп, а разве скифа у нас это воровка? Там же что-то было про скифу написано в самом начале. Я заслужил то, что сделала со мной скифа. Заслужил каждый день. Подожди. Может быть, с помощью этого камня он типа может умереть? То есть он стал бессмертным, а теперь жаждет смерти. Ему нужен камень. Ну, я предполагаю так. А, блин. Куда же вы все беретесь? Хотел закончить, но теперь, видимо, не закончу так просто. Гиены. Придется с ними подраться. Да, бой был недолгий. Замок с секретом. Ну-ка, я такие еще взламывать не умею. Блин, почти. Ты елки-палки. Короче, еще раз. По-нормальному. Ты чтоб тебя за ногу. Есть. Что тут у нас? Должно быть что-то прям очень хорошее. Так, амулет. Ну, в целом, ладно, сойдет. Для мага было бы вообще идеально. Еще один. Стой ты, блин. Давай. Ну, ты елки. Давай. О, вот такой замок, это вообще прям изи. Ну, да. Для игрока, у которого есть руки. Две пары грязных штанов. Так, Ланиган. Куда нам? Нам нужен в Акведук. Чезнадара. Или Хатмандора. Я, по-моему, сказал Хатмандора. Где-то здесь был вход, я помню. Стоял чувачело возле входа в Акведук. Че, я ему дал денежку? Похоже на то. Где Акведук-то? А, вон он. Не счесть алмазов в каменных пещерах. Так, скифа. Пошли тебя искать. Не знаю, я вообще правильно иду? Наверное, должен правильно.
А что это за... Кто это такие вообще? Забавный чувак. Ну-ка, дайте-ка я с ним селфи сделаю. Так. Это вот эта баба всех положила, что ли? Да нет. Тут вообще тупик. Кто их всех положил-то? Так, здесь пройти нельзя, наверное. Ладно, убедили. Посмотрю на карту. Так это совсем рядом было. Вот я лох. Сейчас. Секунду. Поднимайся. Куда-то налево сейчас нужно. Так, братство воров. Давайте у них купим еще отмычек, чтобы мне прям хватило надолго. Так, все. Теперь надо продать им. Я им хотел продать. Не, это мы продавать не будем. Я лучше разберу вот эти штуки. Оп, камень. Камень потом мы вытащим. Так, это мы тоже разберем. Боевой молот. Да не хрень. Так, 20-й, 30-й, 15-й. Ой, стоп, что я сделал? Выкинул. Нет, так делать не надо. Еще раз. Все, отлично. Так, мужики, а как пройти наверх? А, во. Во, все. Мы там, где нужно. Что ты здесь делаешь? Я думал, воровка вроде тебя заботится покупкой более крепких замков. Мне замки не нужны. Хватит с тебя? Что ты сделала со мной? Знаешь, я слышу биение твоего сердца. Давай заставим его биться еще быстрее. Ну? С тебя довольна? Я кое-кого ищу. Воровку по имени Скифа. Горлок. Горлок? У тебя есть только один шанс объясниться. И на твоем месте я бы им воспользовалась. Так. Горлок просит обнять тебя покрепче.
Так, интересно, убить, наверное, я ее не смогу. Скифа украла камень из его лаборатории. Лучше с ней не шутить. Мне найти похищенное. Я у него ничего не крала. Ну разве один раз? Где я могу найти Горлога? Он скрывался. С тех пор, как произошел несчастный случай. Несчастный случай? Он пытался вылечить Лайлу, но допустил ошибку. Ошибку, которая стоила ей жизни. Лайла была моей сестрой. Я этого не знал. Да и откуда бы тебе знать? Скажи, почему камень так важен для него? Этот камень — его часть. То, что сохраняет ему жизнь. Его душа? Можно сказать и так. Я спрятала ее в камень. Называй как хочешь. Я хотела сделать так, чтобы он всегда помнил. Но, кажется, ничего не добилась. Горлок отправился в изгнание. Но он потерял разум. Я пришел сюда, потому что он удерживает в плену одного человека. И хочет обменять его на камень? Да. Тогда отдай камень ему. Если бы я знала, где его искать, сама отдала бы давным-давно. Он достаточно страдал. Так, получен предмет «Смерть Горлога». Окей. А это что такое? Книга изречений. Каких? Для чего? Ну-ка, что я подобрал? Очередную какую-то шляпу? Книга изречений. Ага, вот. Автор Скифа. О, нет. Нет, я это читать не буду. Видимо, какие-то мудрые мысли, мудрые воровки. Возможно, даже не культурные мысли. Блин, из-под земли не могу вызывать портал. Чёрт. Горожанин. Как мне отсюда наверх подняться теперь? А, во. Недолго искал. Хорошо, сейчас мы тогда закончим квест с Горлогом, и я тогда уже точно усё. Старые раны. По-моему, вход в пещеру Горлог был в другом месте, нет? Побежали, побежали быстрее. Блин, коня бы. Мне бы коня сюда. А я ведь вас предупреждал. Чтобы его еще призывать можно было. Было бы вообще шикарно. Темно, холодно, грязно. Так, месье Горлок. Месье! Ты принес камень? Вот он. Ты нашел его? А ты мне солгал. Скифа не крала камень. Она его создала. Дело было не в камне, а в том, что внутри. Она сказала, там лежит осколок твоей души. Без него я обречен быть таким. Чудовищем, жаждущим избавиться от тех, кто еще помнит о его ошибках. Они не должны были страдать. Твой солдат находится в пещере за моей спиной. Вот ключ. Другие? Я никогда не мог бы убить того, кто так молод. Горлок. Спасибо тебе. Возможно, мы еще встретимся. Разве что в другой жизни. В другой жизни.
Прикольно. Надеюсь, оно того стоило. Так, в горлоге ничего не было, блин. Но... дрессированные... слушайте, смотрите, нифига себе. Дрессированные муравьи какие жесткие. Так, а... а если я их мечом? Ах ты, ублюдок! Да, меч их явно лучше рубит. Гораздо. Так, ключик подошел. Горлок не обманул. Его больше нет? Его нет. Как тебя зовут? Гарлев. Как ты меня нашел? Меня прислал капитан. Слава богам! Мы можем идти? А где остальные? Их нет. В пещере были и другие существа. Муравьи. Он повелевал ими. Как ты уничтожил его? Долгая история. Пойдем домой. Так, вывести из пещеры, погоди. А тут есть что-то полезное для меня в этой пещере? Похоже, что нет. Следовать за Гарлифом. Ну, давайте уже проследуем до конца. А то вдруг его гиена цапнет за одно место. О, перепрыгнул как лошадь прям. Смотрите, кого я привел, смотрите, кого я привел. Никто даже не радуется, всем пофиг. Ах, ну, давай, ладно, узнаем, что там. Гарлев, где остальные? На нас напали, капитан. Какое-то чудище из пещер, как будто бы сам Горлок. Опомнись, боец! Горлок, это просто детская страшилка! Может и так. Только чудище отдавало приказы муравьям. Нас одолели. Что с остальными? Все погибли. Но Горлок... чудище пощадило меня. Надо пойти туда и... иди домой, побудь семьей. Тебе надо отдохнуть. Ты нашел их! Это, конечно, не сравнится с убийством императора. Но я все равно тебе благодарен. Не стоит. Может быть. Но я хочу помочь, чем смогу. Хотя с радостью бы отговорил тебя от этой затеи. Как попасть в башню? Есть только один путь. Лабиринт пещер, связанных между собой подземными тоннелями. Они приведут тебя в башню. Но там легко заблудиться. В пещерах хватит костей, чтобы заставить тебя передумать. Как мне попасть в тоннели? Вход в пещеры спрятан. Я бы никогда его не нашел без Датана. Я уже слышал это имя. На самом деле, он магистр Датан. Маг до мозга костей, но не похожий ни на одного из тех, кого тебе приходилось встречать. Большинство магов — трусы, закрывающие глаза, даже когда сами замахиваются оружием. Но только не он! Если хочешь найти вход, самый верный способ — отыскать Датана. А что заставило тебя войти в башню? Остальные, кажется, даже говорить об этом боятся. Вот это и заставило! Я был молод и глуп. Мне хотелось пощекотать себе нервы.
угодить в настоящее приключение. Отыскать сокровища и одолеть чудовищ. Звучит знакомо? Звучит так, будто ты с тех пор успел передумать. Я понял, что любое приключение оканчивается, стоит только какому-нибудь монстру сожрать тебя. Датан помог мне выбраться оттуда. У меня самого мозгов бы на это не хватило. Да и сейчас едва ли хватит. Я просто променял чудищ на солдат и тиранов. Кто-то должен сделать это. Я рад, что где-то еще живут сумасшедшие. Значит, Горлок. Снова Горлок? Мне что, сегодня ночью оберегать твой сон? Он был в пещерах. Он взял в плен твоих людей, боясь, что его найдут. Маг или монстр? И то, и другое. Не думаю, что ты снова услышишь о нем в ближайшее время. Будь я проклят! Спасибо тебе за помощь, капитан. Всегда рад помочь хорошему человеку. Может, перед уходом ты возьмешься еще за одно поручение? Конечно же, ты получишь награду. Что у тебя на уме? Я понял, что один из моих людей работает против меня. Кто-то из тех, что сейчас находится в лагере? Это человек по имени Имран. Когда-то я очень доверял ему, даже в щекотливых вопросах. Но если то, что я узнал, правда, он наверняка использует мои тайны против меня. Этого нельзя допустить. Как ты хочешь, чтобы я с этим разобрался? Без шума и пыли. Считай, проблема решена. Сообщи мне, когда закончишь. Имран, это, по-моему, его любовник, да? О, эликсир. Отлично. Так, ну что? На этом, думаю, стоит закончить, потому что уже достаточно много времени прошло. Мы, наконец-то, закончили квест из основной сюжетной арки, и, в принципе, он был неплох. Да? Да. Думаю, главный герой с нами согласен. Вот, на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Увидимся в следующих сериях. Я надеюсь, что там будут более... еще более интересные и динамичные квесты. Так что... держим кулачки, ждем следующей серии. И всем пока-пока.